Принято считать, что инсулин виновник ожирения, поэтому есть рекомендация ограничить углеводы, переходить на кето-диету. Но есть ли в этом смысл? 14 дней перекармливали две группы на 50%, одних жирами, а других углеводами. Перекармливание углеводами приводило к ускорению метаболизма от 15 до 25%. И в жир уходило лишь 75-85% энергии. Перекармливание жиром оказывало минимальное влияние на окисление жира и общий расход энергии, приводя к хранению 90-95% избыточной энергии. Избыток жира в рационе приводит к большему накоплению жира, чем избыток углеводов в рационе. Вывод. Жиры успешно откладываются в жир, в отличие от углеводов. Не стоит демонизировать углеводы и инсулин. На жирах пузо растет быстрее, чем от углеводов при равной калорийности. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!